Вы только посмотрите на эту толпу. Они здесь ради ежегодной битвы, и я и сам не могу сдержать эмоций. Уже 13 лет идет война. Хранители драконов во главе с Персусом против призрачной армии зла. Защитники справедливости одержат сегодня победу и сохранят мир во всем мире. Только вот... Все это фарс! Все давно закончилось! Да-да, все неправда, чистая ложь! Размажь, злодея! Все молодцы! Я больше не буду! Сделай все, что скажете! По-моему, с нас уже хватит. Мне уже надоело все это молча терпеть! Пора это прекращать! Ты ее... Сами все решили. Вклад в развитие общества — главная задача нашего отряда! Это вполне нормально, если иногда монстры будут побеждать. Кто решает, что есть зло, а что добро?